Плюс 10 с лишним миллиардов. Субсидий из вышестоящих бюджетов получила казна Самары. Около 2 миллиардов пойдут на капитальный ремонт дорог. Также субсидии потратят на преображение площади Куйбышева, Струковского сада, реконструкцию и строительство трамвайных путей от улицы Урицкого до стадиона «Самара-Арена». Деньги пойдут на социальные выплаты и образование. Часть средств уйдет в районные бюджеты на ремонт внутриквартальных дорог. В целях реализации внутригородскими районами полномочий по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов предлагается увеличить объем межбюджетных трансфертов, представляемых бюджетами внутригородских районов городского округа Самара в 2017 году. Кроме того, городские власти помогут районам с приобретением техники для уборки улиц. Поправки в бюджет одобрили депутаты. Подготовка к чемпионату мира по футболу – это масштабный фронт работ. И в непростых экономических условиях на счету каждый рубль. Нам удалось в прошлом году запустить процедуру более бережного и эффективного использования средств бюджетных. Это позволило закрыть нам ряд, долгов. Мы поменяли 7 директоров муниципальных предприятий. По ряду предприятий эффект финансовый очень заметен стал. Мы достаточно уверенно смотрим вперед, но понимаем, что задачи, которые стоят перед городом, они гораздо более амбициозные, чем текущее финансирование позволяет нам их реализовывать. Поэтому вместе будем думать, каким образом нам эти задачи решать. Большое внимание и в сфере образования. В Самаре построят 2 новых детских сада и 3 школы. 2 в Октябрьском районе и 1 в Кировском. Сейчас готовят подходящие площадки. Также выделят деньги и на ремонт школ. Марина Кравцова, Константин Головин. События.